Красивая история любви Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова закончилась громким разводом в 2016 году. Дмитрий отметил, что поклонники до сих пор напоминают ему о бывшей супруге, хотя он давно вычеркнул ее из своей памяти. Сейчас он старается не пересекаться с Бузовой даже косвенно, не слушает ее хиты по радио. «Переключаю, если честно. Редко попадаю, но переключаю. Ничего не чувствую», – признался Тарасов. «Я понимал, что развод будет ей на руку, что она будет жертвой, которую надо жалеть. И займется наконец тем, чего ей не позволял делать. Работать настолько, насколько она хотела». А потом была фраза, на которую многие просто не обратили внимания. «Я не знаю, кому она посвящает их, конечно», – сказал Тарасов и не смог скрыться по довольной улыбке, по которой стало сразу ясно, что прекрасно он понимает, кому адресованы эти песни, и ему это неимоверно приятно. Так что, может, в машине с Костенко он их и переключает, а вот наедине с собой, как знать.